Эксперимент с окаменелостями колониальных кораллов продолжается. В прошлом видео я вам только их показал, но сейчас мы запустим аквариум с этими кальциевыми скелетами некогда живших кораллов. Суть данного эксперимента заключается в том, чтобы посмотреть, как на эти окаменелости отреагируют рыбки, как быстро будут меняться показатели воды, смогу ли я контролировать показатели, используя такое оформление. И еще посадим пару кустиков в Алиснерии. Посмотрим на ее состояние, как показатели воды на данном растении будут отражаться. Рыб, которых планирую запустить, конечно, цихлиды. Есть огромная вероятность, что они повредят растение. Однако рыба будет не крупная. В общем, все сами увидите. Особо заморачиваться с красотой оформления не буду. Тут важно совсем не это, да и камней у меня выбора совсем небольшой. В конце видео покажу ваши комментарии к прошлому выпуску по этой теме. Измерять показатели буду с помощью набора тестов для воды от компании Nilpa. Видеообзор этого набора покажу уже в следующем видео. Ну что, настало время запускать аквариум.
Запуск аквариума завершен. Вода, которую я залил в этот аквариум, не свежая, а та самая, в которой жили эти цихлидики. Для того, чтобы в аквариуме простимулировать процесс размножения полезных бактерий, я добавил бактозим. О нем вы уже видели видео на канале. А пока на этом все. До новых встреч на канале ПАР. Thank you.